Деловые игры, мастер-классы, лекции, неформальное общение с экспертами. На базе оздоровительного комплекса «Нежеголь» прошла 10-я международная молодежная школа проектного управления «Пегас». Студенты под кураторством опытных наставников разрабатывали собственные проекты, проходили путь от идеи до реализации. С нами работают модераторы, которые помогают нам в реализации. И очень, я считаю, что они, у них просто огромнейшая роль, потому что, например, лично мне модераторы помогли разобраться в моем же проекте, который я создала сама, и они не только помогли разобраться, они разложили настолько все по полочкам, что я сейчас вижу этот проект в перспективе. В этом году программу школы проектного управления разделили на два больших направления. Это технологический трек, где студенты узнают актуальную информацию об особенностях создания и реализации научно-инновационных проектов, и социальный трек. Здесь внимание участников направлено на решение социальных проблем. И в социальных, и в технологических проектах мы нацеливаем ребят на результат. В социальных проектах важно, чтобы ребята смогли выделить проблему, понять, почему эта проблема возникает, вытащить причины, каким последствиям эти причины приводят, а еще кто их целевая аудитория. И в проекте важно, чтобы мы научились отвечать своим проектам на запрос целевой аудитории. Какую проблему, какой группы людей мы решаем. Развитие и поддержка талантливой молодежи – главная цель международной школы проектного управления. Те инструменты и навыки, которые получают участники слета, общение с экспертами и защита своих проектов перед наставниками – это бесценный опыт и отправная точка роста будущих специалистов. Здесь они приходят зачастую с одной идеей, понимают, что эта идея не жизнеспособна, переключаются на другую, меняют их по несколько раз и в итоге проходят весь путь от начала до конца руками, попробовав все это структурировав, описать, понять, как всем этим делом управлять. То есть по уровню отдачи, мне кажется, для участников этой школы это гораздо сильнее, чем даже какие-то большие профессиональные обучения по проектному управлению. По окончании обучения все участники получают удостоверение повышения квалификации по программе управления проектами.